Привет, друзья! Сейчас что, дверь хлопнет? А, ты просто убежал? Сегодня я вам расскажу, она мега приятная. Она waterproof, недоступный человек в шлеме через дыру 1500 метров берет спокойно. Вашу мать. И самое интересное. Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об одной из версий гарнитуры Карда Pactelk Age. На что я прежде всего обратила внимание, когда у меня оказалась эта гарнитура, что тактильно она мега приятная. И она такая на ощупь, будто бы прорезиненная. Здесь, как обычно, всего 3 кнопки по звуку. А звук у нас от JBL здесь. Еще... Чем отличается эта версия Карда, что здесь магнитное прикрепление, то есть нам не нужно там изворачиваться, когда мы открепляем от шлема и прикрепляем назад. Он просто одним щелчком заходит, но при этом идеально держится. Прежде всего, удобство подключения. Все подключается через мобильное приложение. Я засекала, кстати, время. Я дотошный человек, засекала время. У меня уходит секунд, наверное, 15 на то, чтобы подключить гарнитурку через Bluetooth. И она тут же выводится в приложении. То есть, в принципе, это все делается очень быстро. Приложение интуитивно понятно. И самое интересное, что дальность связи больше 1500 метров. Я использую ее на треке, и мы ездим тренером, где он мне может в режиме реального времени давать указания или говорить мои ошибки. И чтобы вы понимали, спортивный мотоцикл звучит очень громко, и я езжу в берушах. Но при этом голос тренера через Карда я вполне себе слышу в шлеме через беруши. Звук очень хороший. Дальность, ну, у нас получается, мы 200-300 метрах на треке друг от друга ездим, там идеально. В городе 1500 метров берет спокойно. Хороший девайс, проверенный временем. Рекомендую.